Стас Михайлов. Трагедия живет в нашем доме. Старший брат певца Стаса Михайлова был летчиком. Стас обожал Валерия, преклонялся перед ним, гордился его смелостью, силой и благородством. А еще брат обожал музыку. Наверное, поэтому ее полюбил и Стас. Именно Валера показал ему, 13-летнему, как брать аккорды на гитаре. В возрасте 27 лет Валерий погиб. Вертолет, на котором он летал, рухнул в горах. Стасу вместе со спасателями пришлось искать его тело. Трагедию семьи невозможно описать. Когда погиб сын, папа поменялся. Но он первым сказал такую вещь: «Хочется отомстить, надо прощать». «Вот это удел сильных людей, а не слабых», – рассказал певец. По словам Михайлова, жизнь его родителей – большой и светлый пример. «То, что они заложили во мне, этот уклад хочу передать своим детям. Все просто. Не будешь ты уважать отца и мать, и твои дети не будут уважать тебя. Маленькие должны понимать, проснувшись, нужно поблагодарить Господа за данное им. Хочу, чтобы вся семья на празднике собиралась за столом, была единым целым. Пусть дети в голове осознают, что не всегда все гладко, выдаются и испытания. Потеряв брата, понимаю, как это. Трагедия живет в нашем доме по сей день. Это невозможно завуалировать. Стараюсь родителям не напоминать, не травмировать. Пропустить через сердце такое событие было очень сложно. Хочу ценить каждый день, час, минуту.